решила закончить свою карьеру. Хотелось бы сказать большое спасибо Белоруссии, биатлону за то, что дали мне такую возможность, за то, что я могу почувствовать себя белорусской, действительно своим человеком здесь. Это для меня очень важно, и Беларусь всегда останется моей страной. Надеюсь, что я для вас останусь также вашей биатлонисткой. Который я 2 месяца думала, но самый главный фактор — это, наверное, что я хочу просто отдохнуть. И всем большое спасибо за то, что за меня болели, меня поддерживали. И все эти 13 лет, которые я здесь была, я буду помнить с большой любовью. И буду всегда болеть за нашу команду. Я желаю ей удачи, конечно же, побед. Я понимаю, что сейчас очень сложное время для нашей команды, для девочек будет, но... Я думаю, что если я уйду, то, может быть, я освобожу место какой-нибудь молодой перспективной спортсменки, которая найдет в себе мотивацию, силы и будет хотеть, и будет выигрывать что-то. Поэтому я думаю, что это самое лучшее, что я, наверное, могу сейчас сделать.